На ковренце весовой категории до 57 килограммов в 1/16 финала поединок ведут в красном трико представитель команды России Республики Саха Петр Константинов. Петр Константинов является студентом Северо-Восточного федерального университета, кандидат мастера спорта, борьбой занимается 9 лет под руководством Никифорова Львова. Его соперник в синем трико представитель команды Кыргызстана Искандер Саттаров. Искандер является студентом Кыргызского государственного института физической культуры, кандидат мастера спорта. Борьбой занимается 5 лет под руководством Усинханова. Искандер Саттаров — бронзовый призер первенства Азии, чемпион Республики Кыргызстан среди молодежи Искандер Саттаров. На ковре А борьбу ведут в красном трико мастер спорта международного класса, представитель команды Азербайджана Парвиз Ибрагимов. Его соперник в синем трико Быяма Яковлев, Россия, Саха-Якутия. На ковре Б борьбу ведут в красном трико Джулу Седалище, в синем Харасхал Григорьев, Саха-Якутия. На ковре А победил Парвиз Ибрагимов, Азербайджан. And winner of the mat A is Ibrahimov Parviz, Azerbaijan. На ковре А приглашается Жаркал Тамдинов, Россия, Бурятия, Федор Познер, Россия, Саха-Якутия. On the mat A, a request. Тамдинов Жаргал и Позников Федор, Россия. На ковре Б победу одержал Харасхал Григорьев. On the mat B, winner is Григорьев Харасхал, Россия. На ковре Б приглашаются Федор
третий Юдай Фуджита, Япония. Подмет Би, Арукуэсти, Каплов Петр, from Russia, Фуджита Юдай, Japan. На ковре А борьбу ведут мастера спорта в красном трико Жаргал Тамутинов и его соперник в синем трико Федор Постников. На ковре Б в красном трико Петр Каплов, мастер спорта, победитель первенства Европы и мира, призер первенства России, победитель и призер международных турниров Петр Каплов. Его соперник в синем трико представитель команды Японии Юдай Фуджита, бронзовый призер чемпионата Азии 2019 года. На ковре победу одержал Петр Константинов, Россия, Республика Саха. Advance winner is Константинов Петр, Russia. На ковре приглашаются